Вперед! Найди все сокровища мира! Вперед! Обрети свое место в нем! Привнеси идеи, которые его изменят! Вперед! Вслед за своей мечтой! Английский стирает границу между тем, где ты сейчас и где хочешь быть завтра. Английский в любое время, в любом месте. Здравствуйте, меня зовут Калинкин. Меня зовут Юлия Карабасова. Меня зовут Тимур Хасянов. Я ведущий музыкального интерактива «Фрэш». В детстве я мечтал стать футболистом и забивать голы. Я хотел стать моряком. А я мечтала выйти замуж за музыканта. Моя мечта не сбылась. Зато я стала ведущей музыкального интерактива «Фрэш». И теперь я забиваю сетку вещания отличными музыкальными клипами. Моряки, программисты, все просыпаются вместе со мной. Каждый будний день в 8:00. И в 15:00. Смотри «Фрэш» на Первом городском. Отличное настроение и хорошие подарки. Я вам гарантирую. Развлекательная корпорация «Роман Мамедов.ру» проводит набор участниц 9-11 классов на ежегодный общероссийский конкурс красоты и талантов «Мисс Старшеклассница-2013». Используй шанс проявить себя на большой сцене. Вся информация по телефону 43-43-04. Всем привет, меня зовут Беломек Алексей, я из 170-й школы. На этот конкурс я пришел ради интереса, ради участия, ради того, чтобы себя проявить. Большое спасибо, хочу сказать, организаторам за столь интересное самовыражение себя, за столь интересный драйв и поддержку. Большое спасибо хочу сказать своим родителям, которые помогают мне в участии этого конкурса, своему мелкому братишке Катерине Сыготиной и Светлане Бредни, которые на протяжении всего конкурса помогают мне активно готовиться к этому участию. В этом конкурсе мне понравилось, что есть постоянный драйв, есть постоянный интерес к чему-либо, ты постоянно что-то делаешь, не сидишь на месте, и это очень зажигает. Большое спасибо организаторам, что дают себя проявить. Привет, я Калинин Сергей, я учусь в 38-м лицее. В конкурсе я участвую чисто для себя, чтобы познать, что я могу, что я не могу. Познакомился с многими людьми здесь, и в конкурсе было очень интересно участвовать. И всем желаю удачи. Всем привет, меня зовут Мезин Андрей, я учусь в гимназии номер 50. Участвую в конкурсе для того, чтобы получить много положительных эмоций и найти новых знакомых. Хочу сказать спасибо за помощь Любе и Тане, которые помогали мне готовить мое домашнее задание. В процессе подготовки конкурса мне больше всего понравилась та сессия, подготовка общего танца. Всем привет, меня зовут Илья Захаров, я учащийся школы номер 45. Пришел на место старшеклассника для того, чтобы наконец-таки в последний раз поучаствовать на большой сцене, показать себя, чтобы пришли мои друзья, развеялись, поболели за меня. А в подготовке к конкурсу хочу сказать огромное спасибо Даше Копыловой и Юльке, не помню фамилию. Вот. Ну и, конечно же, нашему дорогому человеку Филиппу Сухареву, который приехал к нам издалека для того, чтобы раскачать эту провинцию своим активным образом жизни. Показал нам всем, как надо действовать, если ты мистер старшеклассник. Всем привет, меня зовут Асанов Эмиль, я ученик 186 школы и пришел на этот конкурс, чтобы показать себя, но также найти новых друзей, новых знакомых. Конечно же, чтобы принять участие в этом конкурсе, мне помогали, во-первых, моя семья, а потом меня поддерживали мои друзья активно. Также спасибо моей группе поддержки, это Маша, Сережа и Аня, то, что они помогли подготовить мне танец. Также нашему хореографу Наташе, которая поставила нам танец домашнее задание. И, конечно, спасибо Арине, которая нам сделала общий танец. Ты красотка! Всем привет, меня зовут Быков Антон, я учусь в 126-й школе в 11-м классе. На этот конкурс я пришел ради новых впечатлений, положительных эмоций и, конечно, для того, чтобы найти новых друзей. Спасибо, хочу сказать, всем организаторам этого конкурса, Филиппу, конечно, Арине, которая ставила нам общий танец. Очень понравился эфир на Первом городском канале. Ну и, безусловно, огромное спасибо всем моим друзьям, которые поддерживают меня и которые помогают мне в домашнем задании.
Здравствуйте, меня зовут Бернар Артур, я ученик 123 школы 10 Б-класса. Я пришел на этот конкурс для того, чтобы показать себя, отточить свое актерское мастерство, мастерство в танце, доказать всем своим друзьям, знакомым и в том числе своим недругам, что я действительно хорошо и красиво умею танцевать. Я хотел бы объявить благодарность своим родителям за то, что они всячески помогают мне по номеру домашнего задания, обеспечивают мне всякую поддержку. Хотел поблагодарить организаторов конкурса за крайне интересный мастер-класс. Крайне интересный мастер-класс на Первом городском в школе английского языка. Хотел бы отдельную благодарность выразить Филиппу, главному организатору конкурса. И хотел бы благодарность выразить нашему хореографу Арине. Всем привет, меня зовут Анушин Антон, я учащийся лицея 38. В конкурсе участвую, потому что хочу показать себя, конечно, смотреть на других. Хочу поблагодарить свою семью, друзей, за то, что они меня поддерживали на протяжении всего конкурса. Мне доставляло огромное удовольствие просыпаться рано в воскресенье, идти на тренировки. Хочу сказать спасибо организатору, они прекрасно подготовили этот конкурс. Все замечательно, все круто, болейте за меня. Всем привет, меня зовут Егор, я учусь в школе номер 5. В процессе подготовки к конкурсу мне понравилась постановка танца замечательного хореографа Алины. Спасибо ей огромное. Спасибо всем моим друзьям, родственникам, одноклассникам, которые меня поддерживали и за меня болели. Всем удачи! Всем привет, меня зовут Андронов Александр, я ученик школы номер 154 Приокского района. Я участвую в конкурсе «Мистер Старшеклассник 2014». Участие принимаю для того, чтобы приобрести новых друзей, расширить свой круг знакомств, научиться тому, чего я не умел. Благодарность хочу выразить организаторам конкурса Филиппу Слухареву. Также благодарность хочу выразить нашему хореографу Арине, который помогал нам с подготовкой общего танца. Я надеюсь, все будут танцевать. Всем привет, меня зовут Максим, я учусь в 87-м лицее. Захотел принять участие в конкурсе, чтобы найти новых друзей, понять, что я умею, показать свои возможности. Хочу сказать спасибо всем моим родственникам, которые меня поддерживали. Сказать Арине, которая ставила нам танец, огромное спасибо. И Филиппу Сухареву, который меня туда пригласил. Спасибо. В процессе подготовки к конкурсу мне понравилось посещать мастер-классы на телевидении, заезжать в школу танцев на репетиции и общаться с своими новыми знакомыми. Всем привет! Меня зовут Коля Ибрасим, я ученик школы номер 79. На конкурс я пришел для того, чтобы получить необходимый для жизни опыт и познакомиться с новыми людьми. Спасибо этому конкурсу за все добрые и позитивные моменты. Здесь я научился быть более внимательным и более ответственным. Хотелось бы сказать спасибо тем людям, которые помогали мне быть намного лучше за весь период конкурса. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Алексей Басяев, я учусь в школе 93. Пришел на конкурс ради того, чтобы познать окружающий мир, расширить свой кругозор, познакомиться с новыми людьми. Также буду благодарен тем, кто болеет за меня на протяжении всех этапов конкурса, моих родителей, близких, друзей. В процессе подготовки нам предоставлялись разные мастер-классы. На Первом городском были множество фотосессий. Сейчас на примерке одежды. То есть это все вызывает улыбку и радость. Привет, меня зовут Максим Переводов. Я учащийся школы номер 123. Выражаю огромную благодарность своим друзьям, подталкивали меня к каким-то действиям для этого конкурса. И очень благодарен организаторам, которые давали нам всякие разные мастер-классы, разные какие-то мероприятия. И было очень весело, и большое вам спасибо. Здравствуйте, меня зовут Артем, я учусь в 91-й школе. Участвую в конкурсе, потому что хотел попробовать свои возможности более масштабно. Хочу сказать спасибо друзьям, которые помогали, поддерживали. Также хочу сказать спасибо родителям. Также спасибо Туа Виктория за шмоточки. В процессе подготовки к конкурсу более всего понравилось репетицию общего танца, мастер-классы, особенно на Первом городском.